только что они были в лаве. Не остыли еще. Не проходит это сразу. Напряжение всей смены. А что было? Так, обычно. Ну, там головку транспортера завалило, в нижней нише стойки выбило, порожниками давали, это уж как водится. А 90 вагонов накачали. В общем, план есть. Не отпускает лава. Держит. И так всякий раз после ночной смены, когда клеть летит, как сумасшедшая, с горизонта 880 на гора. А на поверхности... На поверхности ждет их вот такой город. Сюда в первый раз удивляется, это обязательно. Ну, а если подумать, ведь там у них под землей только два цвета. Серый и черный. Так что все правильно. Такое должна быть шахтерская столица. А когда Петр приехал сюда поступать в ремесленное, можно сказать, сразу после войны, тут вокзала-то не было. Дома были старые, по первой линии вообще были маленькие, одноэтажные дома. Это было, ну как называли ее, Юзовка настоящая. Ну я думал, действительно, город Донецк. А оно оказалось, что почти как деревня. У деревни лучше у нашей. Красиво, сады цветут, а здесь ничего. Терриконы, темнота, все. А сейчас посмотришь, вот это настоящий город. Праздники здесь тоже особенные. День шахтера. Прямо утром через весь город по улице Артем, или, как здесь говорят, по первой линии, оркестр. Сводный шахтерской. Труп тысяча. Народ с размахом. На трудовской шахте 5 бис Иван Стрельченко установил новый мировой рекорд. Надо же, одной бригады из одной лавы одним комбайном по 5000 тонн ежедневно. Встречают, а? В этом тоже донецкий характер. У каждой пятилетки свои герои. И девятая называет новые имена. В этот день мы познакомились. Первое впечатление? Ну, сейчас уже трудно сказать. Просто Петр Брухаль шел в колонии знатных людей города и как-то неловко, застенчиво даже, улыбался.
Потом парторг шахты сказал так. В какой-то день и час он не совершил подвига. Нет у него и мировых рекордов, как у Ивана Стрельченко. Но вся жизнь Петра Мартыныча Брухоля на нашей шахте – это 20-летний подвиг. Работает Петр на этой шахте. 17-17 бис. С виду самое обыкновенное. Копры, терриконы. Первое, что в глаза бросается, вот эти лавочки. Приходят на наряд задолго до смены. Надо же узнать, как дела на участке, задание получить, переодеться, номерки взять. И еще, конечно, покурить надо. Там нельзя. В общем, с виду обычная шахта. А на самом деле пишут о ней даже в учебниках горного дела. Говорят, здесь нет простых решений, любая мелочь оборачивается сложной инженерной проблемой. Вот пытаемся от главного добиться, но что тут такого особенного? Особенного? Особенная глубина разработки. Глубина разработки этой шахты отличается от всех остальных шахт. И, по сути дела, единственная шахта в нашей стране, работающая на таких подземных отметках. Выходит, шахта трудная? Это особенность одна. В какой степени трудная? Трудно в том отношении, что все разрабатываемые пласты, 4 пласта, одновременно разрабатываются и являются опасными и угрожаемыми по внезапным выбросам. Это наносит такой довольно-таки сложный отпечаток на работу в этих условиях. Повышенное горное давление и все прелести геологии. Но берут они знаменитый смолениновский пласт и уголь солома, как они говорят. А начиналась бригада... Стоял вопрос, или закрыть Смолянку, раздать людей по другим разрезам. Это же привычка, скажите. Он 20 лет проработал, потому что ты как, что же, он как будто идет как домой туда, да? Он знает, что обед, надо идти работать, да? Хотя и глаза смотрят в сторону, да? Потому что работа она надо, какая бы она ни была, а работать надо. А в работе это все и забывается, это и любишь ее, не любишь. Потому что работа, пошел интерес здесь, все. Человек как бы входит в свой азарт работать. Но также он забывает все про эту систему. Хотя и душа не лежит на эту работу, или в ночь вот особенно. Вот сейчас дождь идет, вот начнется. Кому охота вставать? В час ночи? На окошко глядишь, а там, да, и думаешь, и куда лезть, ой, боже мой. А потом же одел спецовку, все, ты уже в форме стоишь, как будто так и надо. Стоит только одеться, вот, сел в автобус, уже все, и ты считай, как будто уже на работе. Тебе это устало вся, это все отпало. Вот здесь мужики все, со всеми ты разговариваешь, и как будто ты уже в лаве. Ну так же, как это можно объяснить? Действительно, как мы говорили, что... Не только деньги, там или что, хотя деньги нужны, все же семья, надо же ее обеспечить, правильно? Надо же и не хуже людей, как говорится, ж, все это дело, сами знаете. И одеться, и обуться, и покушать хорошо, и в шахты.
Но и не за это. Было такое время, что я вот лет 10 или 8-10 лет работал на первом участке, мы зарабатывали так 130-140. 130-140. Когда лебедчицы, женщины, 150-160-170. Стоишь, а что же, стойки легкие, что 50-70 килограмм стойки, типа, потаскай их. А за сколько ты их, представляешь, сколько их за смену ты накидаешься? Гидростойки, мы же их берем же. И все же это на пупок ты ее берешь, она лежит, ее подтяни, поставь. Верхняк накинь, ключом давай ее смыкай, да? И за смену сколько ты их насмыкаешь, этих стоек? Аж пупок режет, если тормозок не съешь, так же? Ну как, они же, если бы они были как пластмассовые, легкие, можно было играть их вертеть, да? А также они металлические. Столько было моментов таких, что вот, да вот мой сосед там уехал в совхоз, да. Такая хорошая, скотником работает. Очень хорошая работа, да. Ну, и поправился намного, и все. Ездил я 2 раза в гости к нему. Приехал, посмотрел, и хозяйство развел, все такое. Ну, говорит, что может быть приедешь, значит, тоже к нам. Я посмотрел, и речка близко, да рыбу ловит, все. Я приезжаю домой, говорю, жене, значит, говорю, вот так и так, говорю, вот, говорю, живет, говорю, Женя, говорю, может, мы приедем. Ну, поехали в гости. Я на то же согласился. Ну, поехали в гости, значит, тоже рассмотрелись, так все понравилось, знаете, вот и до. Посмотрел все, а потом приехал сюда. Говорю, нет, Темочка, говорю, никуда я не поеду, не могу, говорю. Как посмотрел, пусть там золотые горы, не могу я там. Приехал тут и бригада, тут. И друзья, и товарищи, да и уже работа такая, что как родная, понимаете? Вот она родная и все. Где-то, допустим, зарубается комбайн в нижней нише. Трудное и плохое положение. Где должен быть бригадир? Вот там должен быть бригадир и показать, как нужно подкрепиться. Как нужно, может быть, лемех, если берет один комбайнер и помощник. А почему бригадир смотрит? Вот бригадир должен и помочь смонтироваться, и взять лопату, зачистить, или там... Еле кидает этот неделен или кто там, ну, допустим, я пример беру. Вот так. Еле кидает эта лопата. Я не могу на это смотреть. Должна лопата, как говорится, гореть все, если взял же. Я не знаю, почему или я не могу. Вот, допустим, и дома у меня такой характер и на работе. Я не могу, когда медленно вот борщ мне дает Марья Ивановна. Вот, еле-еле подтягивает. Должно быть все так. Пронесла борщ, чтобы она ж... Горел весь, кипел. Ой, вот это работа. Я говорю, если бы ты в бригаду попала, я бы тебя выгнал. Вы понимаете, у меня нет времени даже. Вот он прибежал и убежал, как это говорят. У меня вообще сейчас ничего не складывается, как вообще в семье. Ну как я могу вам это... Все рассказать, чтобы как оно должно быть. Вот как раньше было. А сейчас у нас уже все не так, вы понимаете? Ну, как было раньше. Я знала, он идет на работу. Я уже все ему подготовила, все приготовила. Это было ли летом, ли зимой. Я уже знала, во что его одеть, и зимой также, что я беспокоилась. А сейчас у нас уже этого нет, вы понимаете? Нет. Потому что ему всегда некогда, ему всегда он спешит куда-то, всегда он спешит и спешит, потому что раз он спешит, вы понимаете, уже в доме не то. Член президиума Теркома, партор, сквозной бригадир. Ну, в общем, такая нагрузка, это очень большая на человека. В шахту ж надо ездить, не будешь ездить в шахту, ты не будешь знать жизни коллектива.
Ну вот что ты, не поедешь в шахту, я слепой. Когда он работал по смене, он придет и дома что-то сделает, и уже и с детьми побалуется, и со мной время у него есть, и поговорить, а сейчас ему некогда, он всегда спешит, он всегда что-то злится, ну, нет, и уже я не могу рассказать вам ничего. Ну, я хочу сказать, что насчет жизни, она осталась та же, но труднее то, что некогда отдохнуть. Почему? На работе работаешь, приходишь, где-то нужно идти в школу, где-то нужно идти во дворец, где-то нужно идти в клуб. Ну, жизнь, конечно, интереснее стала, но труднее. Все вот многие купят машины, мотоциклы, да. Я вот своих смотрю, что нет на них. Понимаете? Вот машины, мотоциклы. Уже у кого-кого так мотоциклы, то каждый у нас, ну, каждый шахтер, каждый парень стремится купить, да, машину тем более. Ну, а мотоцикл-то такой. А я вот смотрю на них, что смотрю, что нет. А вот где услышу музыку, гармонь, баян, аккордеон, да, любую музыку вообще, то уже моя душа там. Все. Каждый год провожают на шахте девчата своих парней в армию. Радуются, пляшут до той самой крайней минуты, пока не прикажет военком. Все по машинам. Вот так 3 года назад провожала одна Лариса одного Володю. Обещали часто писать. Писали. Донецк, 35, улица Беранже, 28. Беранже, 28. По 3-4 письма сразу. Почтальон сюда каждый день ходил. И кто его знает, о чем они писали друг другу? Это было как раз 30 мая. 30 мая в прошлом году. Я была на работе, дежурила в день. Только я вернулась с адреса, как раз у двери слышу такой голос диспетчера. Минуточку, минуточку, подождите, вот она вернулась с адреса. Лариса, тебя к телефону. Я подхожу, беру трубку, я вас слушаю. Я говорю, здравствуйте. Она говорит, здравствуйте. Ну, не узнала, что это я, откуда ей знать, что я приехал. Я говорю, вы знаете, кто с вами говорит? На вы начал. Слышу мужской голос, такой какой-то незнакомый, показался мне сначала. Лариса, это ты? Да, это я. Кто со мной говорит? А ты разве не узнала меня? Я говорю, нет. Она, нет, не знаю. Я говорю, это Володя. Она, ах, Володя, и все. И больше я ничего не слышал в трубку. Вот она или трубку положила, не положила на телефон, или бросила ее, и что она делала, я не знаю. Вот. И я Лора. Потом говорит, да, и плачет, слышу в трубку. Я говорю, как Вовка? Это я приехал. Я говорю, откуда ты, Володя? Я уже из дому звоню, от соседки.
Через 5 минут я буду у тебя, жди. Ну, я раз вскочил на трамвай, на остановку прибежал, смотрю, трамвай. Я повесила трубку, все сразу на работе ладятся. Что случилось? Ну, встреча такая, знаете, я захожу в скорую помощь, вот она убежала в другую комнату. Потом как выскакивает, ой, боже. А год спустя в доме на улице Беранже родился человек. Вырастет Леночка, и надо бы рассказать ей про этот день. Как звено Саши Дорошенко дружно не вышло на работу, а другое звено, Григория Жука, добровольно осталось в лаве еще на одну смену. Как гонял по магазинам Шурик Мельнев, а потом острил, пыль, злейший враг человека. Надо бы рассказать, как все переживали, и как сама Леночка спокойно проспала всю эту торжественную церемонию. Скажу, что живу я отлично. И счастлив я. Вообще счастлив. Счастлив не только там, вообще жизнью счастлив. Своей личной жизнью. Я вот так вот счастлив. Я доволен. Вы знаете, Володя пришел когда из армии. Вот. Он сначала как-то не задумывался над тем, куда ему пойти работать. А потом говорит: Ларис, ты знаешь, наверное, я пойду работать в шахту. Я хочу сам испытать этот труд шахтера. Я говорю: Вов, ну ты знаешь, как-то опасно, я волнуюсь за тебя, буду переживать. Он: ну ничего, ну ведь все работают. Я просто хочу, вот понимаешь, хочу. Он с такой энергией это говорил, глаза у него сверкали прям. Шахтером я стал, наверное, по традиции. Отец у меня шахтер, всю жизнь проработал в шахте. Вот, сейчас на пенсии. И братья все шахтеры. Ну не все, правда, один не шахтер, а то 3 брата шахтеры. И отец говорил, что его отец тоже был шахтером. Снаряжается смена. Берут все, что положено. Самоспасатели, респираторы, лампы, которые по старой памяти канагонками называют. Вот какой он сегодня, шахтер. Василь Васильевич Чугунов пришел на шахту, страшно даже сказать, в 1907 году. В 30-е стал знаменитым забойщиком. Портреты с него писали маслом. А начинал он саночником. Была такая профессия. Очень тяжело. Тяжелее всех даже забойщиков, вагонщиков. Тяжелее всех саночников было. Это самая адская работа была. Саночника. Лямку между... Ну, вот это место. Лямка. И сюда, и сзади, и вот он тянет. Если взять их где-нибудь, и вот на четвереньках пошел. Поняли? Чуть выше зад поднял, значит, всю спину содрал, тогда работать не будешь. Закреп цепляешь. Понимаете? Тяжело. Саночника, я вам скажу, самая натруднейшая работа саночника. И это он, когда отработает упряжку, ведь не забудьте, что 12 часов раньше работали. Вон 12 часов, когда отработать, так если бы поглядели, когда он идет, так все уйдут, а его еще нет. Он идет, идет, и молодой человек, и станет. Потому что иное нет. Саночник самую адскую работу нес. А теперь их нет. А теперь легче? Конечно, легче. Ну ведь поймите, теперь же машина грузить, машина подает.
Машина берет, понимаете, выпалил бурку. Машина подходит, такой теперь при мне этого не было. Подходит, набирает породу, поднимает, поворачивается и сыпит у вагон. А то ж была лопаточка. И там же порода никак-нибудь не лежала так, как вот эта вот доска. А там же, знаете, как рвет. Вот надо брать. И все это же на силу. На обе руки, то не забойщики, не крепельщики, если он не может на обе руки работать, на одну руку. Вас же не придете вы на работу и скажете, я вот с правой руки, он говорит, и я с правой. Ну, а что вы будете делать? Нет, надо на обе руки работать. Тогда будет шахтер хороший, если он на обе руки работает. Вот удивительный человек. Селенка хорошая была. Так что возьму вот глуду, понимаешь, с ребятами. Они чуть поднимут, я подлезу, приподнимаюсь и кладу в вагон. Вот такая у меня была селенка. Так что я не знаю. Вот, например, вагон забурился. Вагон забурился. Я под 5-6 человек не может ничего сделать. Я подошел, за кольцо взял, глянул, он же стоит. Ну и сейчас скажу, 5 пудов еще подниму. Но понеси его, не понесу. Ноги откажутся. Ноги у меня подламываются. Не дело. А так у руках, если руки посмолить, черта за хвост удержу. Как Шурик Мельнев сказал, надел спецовку, сел в автобус, считай, что ты уже в лаве. Знаете, конечно, это волнует всех, каждую жену шахтера, потому что это трудная, конечно, ответственная такая работа. Когда это равносильно тому, что ждешь из армии, потому что вот нет, Володи, немножечко уже задержался там минут 20, ну полчаса, уже час нет, полтора нет. Я уже, вы знаете, не могу, хожу там, люсь по дому. Все, я говорю, мама, что-то нет Володи, ты знаешь. Она, да не волнуйся, возможно, задержались там. Все может быть. Пока выедут, помоются в бане. Я говорю, ой, нет, мамочка, я побегу, наверное, позвоню. Шахта есть шахта, что тут говорить. Вроде бы все по науке. Каждый день трясут пласт взрывами. Закачивают в него воду под страшным давлением. Сейсмостанция, институт целый работает. Конечно, спокойнее стало. Но шахта есть шахта. Особенно такая, как 17 Симбис. И ребята это знают. И Петр, конечно. И дома у них тоже это знают. Это случилось утром. В 9:15 диспетчер сообщил, что на четвертом участке выброс. Это самый дальний участок. В 9:27 горноспасатели были у нового ствола. Стали известны через несколько часов. Я находился внизу лавы, значит. Вот. В самом низу лавы. Вот, да. Это в конце лавы, где моторы стоят. Вот. Прошел возле меня горный мастер Владимир Андреевич. Вот. Пошутили мы с ним. И он пошел в лаву выше. Там ему нужно было, я не знаю, посмотреть, как монтаж идет. Ну, на демонтаже обычно.
Я всегда присутствую. Демонтаж, когда комбайна делают, доехали до верхней части лавы, я, значит, прилез, ну и помогал в верхней нише переставлять металлические стойки, понимаете? Ну, прошло, наверное, 8-10 минут, когда я почувствовал такой страшный грохот, значит. Но этого выброса никогда не видел. Думаю, что ж такое? И линия сразу встала. И моментально стало жарко. Сразу страшно, конечно, стало. Это любому и каждому. Я не знаю, как кто, но я примерно... Ну, страшно стало. Ну, у меня в голове не было мысли, что это выброс. У меня вначале появилась мысль, что это там цепь порвалась или линию где-то заклинило. Такой страшный, ну, как грозовой разряд, что ли. Ну, сразу послышал треск, такой сильный ружей, как сильно орудийный выстрел. Или такая грозовая вот, шаровая молния разрывается близко где-то над поверхностью земли, понимаете? И все, я тоже, значит, меня волной бросило газом. Значит, сразу был выброс газа большой. Ну, а потом уже, как по всему, выдвинуло уголь. И я начал щупать что-то, ну, впереди, на ощупь, пробираться, да, пробираться на ощупь. И я потерял сознание. Вот в этот момент наверху и просигналила тревога. Приехали горноспасатели, но под землей до лавы 5 километров, значит, час, не меньше. Ребята это хорошо знали. И Виктор Родионов, и Володя Овчинников. Ну, когда очнулся, значит, ориентиру, вылез на вентиль, на вентиляционный штрек, там 4 метра оставалось до вентиляционного штрека. Ну, я, значит, увидел Родионова и Малышенко, значит, они двое уже были на вентиле. Ну, метр можете отменить. Ну, я сразу знал, что выброс. Я говорю, ребята, небольшой выброс. А в это время, значит, послышал в лаве голоса людей, понимаете, просившие о помощи. Первого мы увидели этого Меркулова. Я сразу кинулся в лаву, но у меня каски не было, значит, ничего. Канагонку я отыскал, значит, взял зубы и полез. Все было темно в лаве. Ну, первого Меркулова я увидел, значит, ну и потом всех остальных. Ну как, когда я пришел к себе, позвал Тишаева и горномастера Владимира Андреевича. Вот, мол, выручайте, мы живые. Но они нас достали, все. Ну, вот мы откопали, значит, Меркулова откопали, значит, Родионов, Малышенко, я. Значит, откопали мы. Компанийца откопали. У меня мелькнула сразу мысль, что обычно после первого толчка, может быть, второй толчок. И обычно, значит, ну, как-то отбрасываешь эту мысль, когда видишь товарищей. Ну, я же в шахте прилично работаю, это больше 15 лет. У меня такие случаи, значит, случалось. Выбросы, я уже знал, что такое выбросы. Ну, почему-то мне не реагировал на то, что, значит, бежать. Я, правда, сказал им, я говорю, небольшой выброс. Я говорю, ребята, не бойтесь, ничего страшного нет, сейчас все пройдет. Давайте спасать людей. Года в год по знакомому штреку. Иногда думаешь, почему они идут? В двух словах не скажешь. Так же, как моряки в море, так же, как летчики в небо. Если по совести, эти простые ребята – настоящие первопроходцы, хотя здесь громких слов не любят. Просто все знают, от того, как пойдут дела на шахте 17-17 БИС, зависит, может быть, даже будущее Донбасса. Лава.
тут не станешь во весь рост. Пласт чуть толще метра. Сейчас переналадят комбайн, двинутся, начнут переносить гребь. От ниши до ниши 220 метров. Пройдут за смену. А если повезет, больше успеют. Можно показать сноровку. Можно объяснить и технику. Ну а как показать черный, липнущий к лицу ветер, каменный жар пола и кровли? Как тут покажешь, что все кругом дышит, потрескивает, рушится и все-таки держится? Держится. Как объяснить, что так не день, не два, а всю жизнь, кроме выходных? Ну и праздников, конечно. Только что они были в лаве, не остыли еще. Не проходит это сразу, напряжение всей смены. А спроси у них, ну что, как было? Скажут так, обычно. Солнце, если в шахте ты не был, если ходишь под солнцем с утра, только тот ценит солнце и высокое небо, кто поднялся с зарей на гора.
Только тот ценит солнце и высокое небо, кто поднялся с зарей на горах. Не смотрите, подруги, на шахтерские руки, с них донецкий не смыт уголек. Вы в глаза и сердца нам посмотрите, подруги, в них горит золотой огонек. Вы в глаза и сердца нам посмотрите, подруги, в них горит золотой огонек. Так пускай расцветает под степными ветрами белых яблонь весенний наряд. Пусть всегда вечерами над родными копрами огоньки, как рубины, горят. Пусть всегда вечерами над родными копрами огоньки, как рубины, горят.